С началом лодочного сезона сотрудники ГИМС проводят техосмотр маломерных судов. Чтобы передвижение по рекам Ненецкого округа было по закону, лодка должна отвечать многочисленным требованиям. Алина Воучейская изучила комплектацию маломерного судна. Порыбачить, съездить за грибами и ягодами – любимое дело Алексея Хомяка. Чтобы речное времяпрепровождение не обернулось для лесника неприятностями, он регулярно проходит техосмотр. В этом году его лодка на проверке тоже в числе первых. Мы поклеили, приехали, чтобы нас свидетельствовали. Ну и все у вас в порядке. У нас все в порядке. Инспектор проверил. Все. Если все не было, не соответствовало, подписи не было, печати не было, нам не продлили. Не продлят техосмотр в случае несоответствия комплектации маломерного судна согласно судовому билету. Неисправность руля, отсутствие закрепленных сидений, осушительные помпы, стояночных огней влечет за собой запрет на эксплуатацию техники. Лодка должна быть пенопласт, плавучесть лодки, значит. Стекла должны быть полностью, никаких не должно быть там деревянные или металлические, самое закрытое, должна быть стекла. Процедура техосмотра довольно проста. Нужно лишь прибыть в пункт проведения ТО, написать заявление, и сразу после этого инспектор проведет проверку маломерного судна. Чтобы пройти техосмотр, на каждой лодке должны быть бортовые огни, весла, ну и кроме того, аптечка, фонарик, свисток, спасательный линь. И на каждого члена экипажа должен быть предусмотрен такой спасательный жилет. Только при выполнении всех этих условий в судовой билет будет ставиться печать о пройденном техосмотре. Сотрудники ГИМС отмечают, соблюдение новых требований важно и нужно в первую очередь самим владельцам лодок. На воде безопасность превыше всего. Пройти техосмотр обязаны владельцы тех лодок, которые за период с 2012 года проводили переоборудование, ремонт или покрытие корпуса судна пластиком, перегоняли лодочную технику из другого региона, а также после аварии. Освидетельствование лодочной техники проводится по субботам с 10 до 18 часов в лодочном кооперативе «Печора» в районе Городецкой Курии. Алина Воучейская, Вадим Стасюк, телеканал «Север».